Вот приехали на тележке, проехать не могут. Травище нынче невозможно. А ну по дорожке вот здесь кто-нибудь пройди сюда. Вот этот фрося, ты длинная. И тебе и то смотри, докуда достает. Во, встань, я тебе на этом покажу. Держи за траву. Видишь, какая трава? Где она? Вот уровень какой. Пырей, тут никогда не помню, что же такая трава была. Это уже время к ужину, мы решили успеть тут. Одно дело затеяли. Пол наклонился по тяжестью. Так, где ты взяла? Там лежала. Там? Да. Володе дай. Угу. Дядя Володя, он потерял его фотографию. Это его. Это перчатка. Дядя Володя. Вот. Постойте, молитесь. Сейчас он здесь пробьет дорогу, они проедут, а я объясню. Ну, как раз 7 часов мы успеем довести до дому. Это Исаакий идет? Да. Какой высокий стал. Так, Володя, я пройду, ты меня не подкосишь? Пожалуйста. О! Вот любовь наша идет, Александровна. Исааки вырос выше Никиты своего. Как быстро все это. Сегодня что-то целый день там одноколейка, поезда стоят ремонтные, там видно. Не протащит косу. Вот это отдельно пусть будет. А теперь вон там остался маленький рядок пройти, вот, чтобы проехать. Ну смотри, какая травинка. Так не одна такая травинка, их вообще все. А ну-ка, подожди, а куда она мне? Вот она по полю-то, она почти в Росполе. О, маленько выше головы даже. Вот это пырей. Вода. Все, вода сыграла. Вот. И за ней тоже не подходите. Комплекс где открывать. Видишь, как сколько пришлось прорубаться. Все. Я все сравниваю. Это у меня голубятня номер один. Совсем сползла была с этих, с катушек-то, со столбов. Но вот тут Зоновы были. Николай, Анастасия, Евгений помогли, прикрутили. Дальше она не ползет. Вверху вот этот полкосины, которые вот, вон там видно. Прикрутили, закрутили и все. Сейчас интересно, я стихотворение Виталий выставил, Калинников. Мое стихотворение-то. Ну и один, говорит, куплет мне непонятен, жирным выделил. О чем там речь идет? И тут же сразу Юрова Ксения абсолютно правильно истолковала, и главное, разгадала даже третью строчку, а это, говорит, про Володю сказано. Вот интересно, как, какие люди, знакомы мы с ними. Виталий не побоялся сказать, что не знает. Пошли! Ксения разгадала где, но я стихи не пишу. Это уже лет 10, наверное, или где-то поменьше. 8. Ой, кто тут? Бусая, Буска, Буска. Вот она где. Буска. А Паля в комнате сидит. Паля, Паля, где она? А шарик там прямо. Что нужно выносить? Пол наклоненный тут. Вот какая, зачем мы приехали-то? Пол наклоненный, туда наклонился. И что делать? Батюшку позвали, посоветовали. Стояла бочка здесь, вот из нее выбрали. Так, 4, 5, 6, 7, 8 мешков. Ставь, поддерживать надо. И палаткой накрыть сверху, привязать. Володя носит.
Держите, не уроните. Держите двумя руками. Ой, ой. Ну, он все время говорит, ну за что меня привязываете? А чем я хуже вас? Это он не лает, это просится. Дядя Вова таскает. Дядя Вова, мы с тобой. Ой, ой, ой. Веревку снять надо, наверное. Выдерни ее. Буска какая у нас. Мышатница. Коршун на коршуна сел вверху. Держите, не расслабляйся. Два коршуна у нас здесь. Перевесите, все. А что это, мука? Зерно. Ой, да чего охота ему. Володя тут стаскивает мешки. А потом вот тут книга большая, книги большая тяжесть. Вот эти книги. Придется все переносить. Завтра с той стороны поленницу разобрать. Там поленница. И где доски, вот там где столбы большие, в том месте мы собираем 4 подъемника. Вот это все придется убирать. Работа какая предстоит большая. Вот это вот. Тут дрова. Добраться до стены. Там она обшита. И отодрать доски. И дальше камень там будем вставлять. На столбы нашьем бруски. И начнем давить. Так, все? Все, да. Все, уходим, обедать будем. Все, уходим. Это, возьми его. Возьми, он заревелся. Вон, я и говорю. Поля возьмет его. Ой, Поля он любит тоже. В прошлом году Машенька была с Канады. Королева. Все. Держите крепче, не опрокиньте. Никаких разговоров. Все сделано вовремя. С Володей так легко работать. Тележку смазали дети, все. А ты иди, толкай сзади. Я закрою. Да, давай, закрой. Можешь. Низу, закрыть. Уронит он его, уронит. Уронит, возьми за ручки. Там завязка лежит, Прося. Вон там завязка, надо завязать будет внизу. Ну потом завяжет все это. Ты сам возьми за это. Он опрокинет и взять не с кого. Тяжелая же. Поперек. Потихоньку. Потихоньку. Вот. Ну, Поля с шариком. Шарик хороший. Это очень известная собачка. Маленькая собачка с большим сердцем. Видите, как вот пшеницу перегребли из бочки. Бочку перенесли. Вот он забрался туда. Ой-ой-ой. А багульник какой забрали. Правильно, шарик теперь. Ее там поставьте сейчас возле этой-то, и потом будем цеплять. Около лестницы. Так, разверните, наверное, туда задом. Задом подворачивайте к стенке. Уйди оттуда, Прося. Вы в лестницу не воткнитесь. Давайте вперед. Прямо с этой их не снимать. Дальше к стенке, прямо к стенке, вплотную к стенке. Вот так. Теперь наклоняйте вперед. Вперед еще, да? Вы до конца не довели. Давай, назад. Назад еще. Потом вперед. Давай. Вот, а то надо колесо поворачивать. Там яма. Ну давай еще вперед. Вы так сломаете колесо, Володя. Давай не будем делать этого.
Все, пускай стоит. Все, пошли. Привязывай его. Он нашел на куче какие-то перья голубиные и где-то. О, закрывай. Все, уже готово. Колокольчик. Сейчас они зайдут. Крикни, где ребятишки-то? Видел. Просто шевел. Все, молимся за стол.